Обратите внимание, одно из первых январских больших объявлений в газете «Зауральский край» делает как бы анонс своих планов на следующий год. Третий год издания. Открыта подписка на 1915 год на издаваемую в Екатеринбурге товариществом газеты «Уральский край» большую политическую, литературную, общественную и экономическую ежедневную газету «Зауральский край». И далее текст. Товарищество «Уральский край», вступающее в 9-й год издательской деятельности, ставит себе задачи, как и прежде, дать стойкий, независимый, прогрессивный орган печати на Урале, посвященный беспристрастному обзору текущих событий жизни России и родного края по преимуществу. Редакция газеты призывает все живые местные общественные силы к содействию для осуществления этой задачи. Учитывая громадное значение в жизни страны войны, обратите внимание на стиль журналиста. Учитывая громадное значение в жизни страны войны, редакция будет стремиться всевозможно шире осветить все стороны этого громадного мирового события. В этих целях ежедневно будут помещаться специальные военные обзоры под заглавием «Дневник войны». Кроме того, в дополнение к агентским телеграммам редакция по-прежнему будет помещать военные телеграммы собственных корреспондентов. По отдельным вопросам, связанным с войной, будут даваться статьи специалистов, а выдающиеся события найдут освещение в беседах с участниками, в письмах и очерках. В 1915 году в газете примут участие в отделе статей политических и экономических члены Государственной Думы Герасимов, Милюков, Степанов, Шингарев, Некрасов, Гредескау, Набоков, ну и другие. В отделе иностранной корреспонденции из Англии Высоцкий, Коробка, Майский, из Франции Сталинский, из Италии Колери, из Швейцарии Лойко, из Австралии Медведев, ну и так далее. В отделе фельетонов и литературном отделе никто не, вот такой псевдоним, Черешнев, Черноземцев, Кашменский, Колотовкин, Шамшурина, Искра, Новус, Немо, ну и все звезды того времени фельетонного жанра. В областном отделе, который уже был в то время, опять же, Черноземцев, Злоказов, Смуров, Спасский, Отмакин, Мутных, хорошая фамилия, Ярков, Коневский, Уральский, ну и так далее. Затем редакция в 1915 году приложит все усилия к увеличению кадров сотрудников на местах. Отдел «Петроградские письма», оказывается, был и такой. Будут держать читателей в курсе умственной и духовной жизни столицы. Умственной и духовной жизни столицы. Торгово-промышленный отдел будет посвящен вопросам и развитию производственных сил и народного хозяйства страны, и в частности Урала. Для немедленного осведомления читателей по телеграфу о ходе событий мировой жизни редакции, не понял, по ходу событий мировой жизни редакции, а нет, о ходе событий мировой жизни редакция и в 1915 году
будет пользоваться сетью собственных корреспондентов. Иллюстрирование Зауральского края будет в 1915 году значительно улучшено рядом злободневных рисунков, шаржей, карикатур на местные и общественные темы. Улучшив типографию и оборудование ее новыми машинами, издательство увеличит значительно количество и объем вкладных листов газеты. Кроме того, издательство приложит все усилия к тому, чтобы газета аккуратно высылалась иногородним подписчикам и исправно доставлялась городским. Подписная цена с доставкой на год 7 рублей, на полгода 4 рубля, на 3 месяца 2 рубля 20 копеек, на 1 месяц 75 копеек.